Здесь Садоцвесть. Жители Нарьянмара приняли участие в экологической акции «Сад памяти». В парке юбилейные сотрудники Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, депутаты городского совета и волонтеры высадили более 60 молодых деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Доброволец Марк Храмцов – участник экологической акции «Сад памяти». Сегодня посадил первое в своей жизни дерево. Говорит, это совсем не сложно. Нужно выкопать ямку подходящий размер, чтобы сюда можно было посадить дерево. Обогороженную землю положить и закопать. Потом подровнять все края кутоневные и потом начать делать барьер, чтобы потом полить, чтобы вода все не вытекла через это, по всей земле. Вот так, лунка от лунки, парк юбилейный заполняется все новыми деревьями. Сегодня это более 60 саженцев березы и лиственницы. Тонкости всегда одинаковые. То есть найти хороший саженец, с любовью его посадить в землю. Вот и все тонкости. Мы сегодня привезли сюда лиственницу, березу, из полосы отвода газопровода, соответственно, порядка 60 деревьев. В акции приняли участие сотрудники окружного департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, а также структурного подразделения департамента, депутаты горсовета и волонтеры. Я думаю, это хорошая, прекрасная традиция, чтобы принимать участие для красоты нашего города. Наверное, было бы интересным, чтобы дать больше информации. Я думаю, граждане многие откликнулись на данное мероприятие. Это замечательно и хорошо. В акции «Сад памяти» жители Нарьянмара участвуют во второй раз. Экологические мероприятия в память о погибших воинах Великой Отечественной войны проходят во всех российских городах с 18 марта по 22 июня. Мы надеемся, что все эти саженцы, они действительно взойдут и, ну, гуляя здесь, и, значит, обращая внимание на все эти зеленые деревья, мы будем вспоминать все-таки тех героев, которые вот ушли безвозвратно и благодаря которым мы сейчас живем с вами здесь. Общие сложности в нашем регионе в память об участниках Великой Отечественной войны в этом году планируется посадить порядка 100 саженцев. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».